Кыргызстана. Мы вас приглашаем в столицу Казахстана, это город Астана, где проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе. Второй заключительный день греко-римской борьбы. И церемония награждения борцов весовой категории до 60 килограммов. Ну и, конечно, сейчас для всех нас очень важный момент. Самая приятная ее часть. Потому что мы услышим гимн нашей страны. Ну и, конечно, главным виновником этого события станет Жоламан Шаршембеков, который вот стоит здесь. Дастан Дүшекеев, Кыргыз Республикасынын Казакстандагы толук ыйгарымдуу элчиси, азыр сыйлоо аземине чыккандыгын көрдүк. Жана сыйлоо аземи 60 килограмм салмак чимбирдиги, урматтуу мекендештер, азыр коло медалдарды уткан бул кытайлык Лигу Цао, ал Эрнур Фидахметов тутуп коло медаль тагынды, ошондой эле Майто Кавана. Мынакей сиздердин назарыңыздарда Майто Кавана. Чоңдор арасында биринчи жолу Азия чемпионатынан байкелүү кайтат бүгүн. Коло медаль үчүн болгон беттеште Сумит Сумитти индиялык балбанды 14-6 эсебинде 6-0 эсебинде утулуп жатып, бирок 14-6 эсебинде утуп кетти. Анын канчалык деңгээлде акырына чейин күрөшөрүн биз бул жолу байкадык деп айтсам болот. Лигуа Цао алдагы өзүнүн карьерасына биринчи жолу Азия чемпионатынан, чоңдор арасында Азия чемпионатынан коло медаль утту. Хаджая Чун күмүш медалдын ээси, кореялык балбан. Бүгүн алдагы мыкты күрөштү, финалга чейин жакшы жетти. Эми финалда көпкө беттеш созулган жок, кыска убакыттын ичинде кыргызстандык балбан жеңүүчү болуп чыкты. Алтын медаль, алтын бала Кыргызстан Жоламан Шаршенбеков. Урматтуу мекендештер, ошентип жалпыбызды куантып, бүгүн мынакей өзүнүн Азия чемпионаттарындагы, чоңдор арасында Азия чемпионатындагы экинчи алтын медалин тагына олтурат. Эң сонун, эң бир толкундан чуу учур жалпыбызды чогуу учурда Жоламандын өзүн дагы. Азыр болсо мамлекеттик гимн угалы. Друзья, именно спортсмены прославляют нашу страну. И Жоламан Шаршембеков, конечно, ярчайший представитель этой касты людей. Жоламан, это его очередная вторая золотая медаль чемпионата Азии. И этот сезон очень важный для всех борцов. Все-таки мы в этом году, в сентябре месяце, на чемпионате мира в Белграде можем уже узнать о следующих участниках Олимпийских игр. И, безусловно, Жоламан Шаршембеков будет ехать туда в статусе главного фаворита своей весовой категории. Ну а здесь, конечно, вот так поэтически он поблагодарил и поздравил участников церемонии. Вот, лучшие кадры финала, не оставив ни единого шанса своему сопернику. Жоламан Шаршембеков становится двукратным чемпионом Азии. О, урматтуу мекендештер, Жоламан Шаршенбеков эки жолку Азия чемпиону, эң сонун, эң ишенимдүү түрдө мынакей финалда айрыкча
жаламанның сенімді жеңісіне ортақташ болдық. Бұйрысы ұшында әлі жеңістер мұндан арыдағы ұлан өрет деген ниет өз бар. Білмеймін шындығында Бексултан, жалама Шаршенбеков, Дюнич.